Тюлень, милый уволень, обитатель прибрежных зон Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Несмотря на немалые габариты и неуклюжесть на суше, эти животные довольно шустро и стремительно ведут себя в воде. Приветствую вам, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о тюленях. Тюлени – хищные млекопитающие, представители подотряда ластоногих. Латинское название серого тюленя восходит к греческому слову, означающему «маленькая морская свинка». Известно около 14 родов этих животных, которые включают больше 30 видов, имеющие разные габариты, окрас и свой ареал. Тюлени – крупные животные. В зависимости от вида их размеры варьируются от 1,5 до 6,5 метров, при весе от 100 кг до 4 тонн. Самыми крупными представителями тюленьего мира считаются самцы морских слонов. Самые мелкие тюлени – кольчатые нерпы, обитающие в Арктике. Их отличительная особенность – рисунок на темной шерсти в виде светлых колец. Внешние признаки у всех тюленей идентичны – вытянутое веретенообразное тело, небольшая голова на короткой шее, большие глаза и задние ласты крупнее передних. Самцы и самки выглядят одинаково. Лишь у тюленя-хохлача и морского слона самцы имеют специальное украшение на морде. Тюлени способны к эхолокации, однако эта способность у них не так сильно развита, как, например, у дельфинов. Тюлени спят на берегу очень чутко. Они не оставляют сторожей, поэтому время от времени тюлени пробуждаются и оглядываются по сторонам. Тюлени весьма миролюбивые существа, между собой они практически не ссорятся, за исключением, разумеется, брачного периода. Когда несколько самцов добиваются одной самки, в такой ситуации даже миролюбивые тюлени могут быть яростными. У этих животных толстая шкура, под которой находится подкожный жир. Жир у тюленя может составлять четверть всего веса животного, что не дает ему замерзнуть в ледяной воде. Первые 3 недели жизни малыши тюленей покрыты белым мягким мехом. В этот период их называют бельками. Тюлени-хищники, в рацион которых входят рыба, раки и осьминоги. Некоторые виды едят пингвинов и нападают на своих более мелких сородичей, например, морские леопарды. В воде тюлени могут развивать скорость до 25 км в час. Отдельные разновидности этих ластоногих способны на глубокие погружения, спускаясь под воду на расстояние до 600 метров. Тюлень Уэддала может находиться под водой больше часа. В это время сердцебиение животного сокращается со 120 до 15 ударов в минуту. Самки тюленей живут на десяток лет дольше, чем самцы, которые обычно доживают до 25 лет. Тюлени – распространенные в своем ареале животные, однако некоторые разновидности занесены в Красную книгу и имеют охранный статус из-за сокращения популяции. На этом все. Берегите природу, смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о тюленях в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если поддержите канал подпиской на Boosty. До скорого!